Это лучшая концовка в моей жизни. Ой, блядь. Фу, Космикс рыгнул, я только сказала про концовку хорошую, он рыгнул, сука, тварь. Спонсор данного видео CSGOLite.ru. Самая лучшая рулетка по CSGO Dota 2. На сайте есть режим Fast Game, быстрый способ приумножить свои скины. Сайт примет ваши скины из CSGO, Dota 2, Team Fortress 2, а также при пополнении баланса через платежные системы Kiwi, Яндекс вы получите бонус 20%. Выигрыш можно вывести на такие платежные системы, как Kiwi и Яндекс кошелек, либо скинами в Steam. Дальше. Дали чат рулетку чекнем. Как ты относишься к гетеросексуалам? Вообще ужасно, ебать. Именно кроме девочек. Понял. Я с ней согласна. Блин, пацаны, куда убрать эту челку? Я просто не знаю. Состриги ее нахуй. У меня, блядь, тоже была такая челка, как у тебя, я просто состриг, ебать. Состриги, ебать. Так нормально? Вообще четко. Спасибо. Ты вообще красавчик. Точно. Урод. А почему я урод? Просто мне такое не нравится, и мое мнение как бы вот. А ты видел свою ебать, блядь, шире луны, которая, а? Гетеросексуал, ты знаешь, что такие? Блядь, ну да, я знаю. Но я тебе не могу прям там, блядь, ебать такое. Ну, одним словом. Ну, блядь, типа би, ебать. Угу. Ты отрицательно, да, относишься к гетеросексуалам? Кроме девочек. Гетеросексуалы — это натуралы, давай с этого начнем. Да ладно! Да что, серьезно, что ли? Да, братан, ты, походу... Не буду. Опа-на. А ты не, блядь? Нет. А как тебя зовут? Пока нет. Оксана. Оксана, пока нет, ну да. Звали бы тебя Настя, было бы поздно спрашивать. Тебя Намик золотой? Настю? Объясните, Санечка, возьми, что не все Насти такие. Сколько он стоит? Херай, да? Больше, чем эти часы? Конечно. Такие вон валики стоят 700 рублей. Такие? Сколько будет стоить за рекламе своего дискортера? Нисколько. А чё я их за 30 тысяч покупил и даун? Не знаю. Пиздец, блядь, обманули. Батарейку как держит, нормально? Батарейку? Минус 10. А, это градусы. А вот ты молчишь, блядь. Ну что ты молчишь, блядь? Эй, как-то это вообще очень стрёмно звучит. Блин, у меня голос жизни дурацкий, да? Как будто это не ты. Эй, ассаламу алейкум, детка. Что это такое? Что такое? Ты это на улице выходи. Кто это все такие? Это мой мага, брат. А еще? А? А это ислам и мага. Такая девочка, не знаю, странная. Привет, Зайка, все хорошо, спасибо. И этот, Асчет и... А это кто? Рафик, брат мой, двоюродный. Алло. Алло. Да. Привет, я брат Слава. Как? Это мага, брат мой. Сколько у вас братьев? Еще один. А нет, это ислам, кажется. А откуда у него номер ее? Брат Слава, я мага. О, мага, брат. Братан! Еще один. Алло, приветики. Ты тоже брат Славы? Приветики, я братик. Ага, еще один. Алло. Я и сам. Я не понимаю, откуда у него? Откуда столько людей начало звонить-то? Что там делаете? Ну ничего, вот просто так сидим. Шалите, да? Да, шалим. Елку наряжаем. Господи, Крис! Спасибо огромное! Спасибо! Я сегодня как раз потратила на еду много. Спасибо. Я обожаю кушать. Обожаю кушать. Спасибо огромное. Я обязательно проем эту денежку. Вообще. Мне нравятся мальчики. Ну да, можете лицо полностью показать, я вас не вижу. Мне нравятся мальчики. А что в этом плохого? Ага, вот это конечно. Да. Теперь я вижу все ваши подбородки. Ужас. Тебя в жопу когда-нибудь ебать. Мальчик, ты знаешь, что такое инцест? Это женщина взрослая сказала или не послышалась? Инцест. Нет. Это слишком крутая тема. Да, очень крутая тема. Папа, объясни ему, что такое инцест, ему интересно. Мы потом ему расскажем когда-нибудь. Ну какой? Расходите, а у меня еще девственная. Ты, ну конечно, ты девственница, да? В жопе, да. А в жопе это где адрес? Адрес какой? Представляете, это же Космикс на YouTube выкладывает. Представляете, если эта женщина это увидит, и видит это ее муж, там, ее на работе челы, это же вообще позор, жесть. Привет, Султан, спасибо тебе огромное взаимно. Ну, представляете, если с работы ребята это увидят, говорит, в жопе она, ну, это ну, вообще как, это позор прям очень. Можно мне сказать привет? Адрес ваша жопа, да? Я сестра! Это сестра моя, Мадина. Это я его близкий, понимаешь? Вас 50 человек.
Я сейчас вас всех номер. 50 человек. Это жесть. Пусть она в шоке просто. Кому он дал номер? Я не... Ты неважно выглядишь, по-моему. Так, братья, хватит, близкие мои, звони, всё, звони. Я выключаю телефон, это невозможно. Я просто понравиться хотел. Ты мне вот сейчас вообще не понравился. Блин, прости, напугал, да? Пиздец. Ладно, я скажу своим близким братьям и сестрам, чтобы они больше не звонили, хорошо? А вазелин используешь? Пипец, ну вообще. Обязательно. Или что-то новое у вас там. Знаешь, что я использую? Всё. А, ну я понял. Красава. Нормально отношусь, хорошо отношусь, мне все равно. Больше всего от твоих наушников возбуждаюсь. Правда? И от очков, они такие сексуальные. Я могу их... Космикс идет больше без очков. Космикс, если ты смотришь, перестань сидеть. Вонючие, некрасивые носки. Носки. Очки. Где подарить? Да квиз! Ну я взрываюсь! Спасибо огромное! Я чек на Зина! Спасибо, квиз! Спасибо огромное! Спасибо, Зойка! Спасибо большое! Чмок! Спасибо! А ты как относишься огромное к гетеросексуалам? Я? Смотря на... Ну, ебать, пидорам отношусь! Почему ты не смотри на меня? Почему ты смотришь в другую сторону? Посмотри на меня. Чё? Вот девственник, я не поверю. Нет, я правда девственник. Хочешь верь, хочешь нет, но я тебе не верю. А кто там у тебя вылезает? Соня, сестренка. Хочешь нет, вот этот ребенок похуже меня матом ругается. А вот как так произошло, а? Как так произошло? Ну, потому что в школе... Я спрошу, мама скажет что-то. Здравствуйте. Я себе рожу сижу. У меня не рожа, у меня лицо на минуточку. Ты сыграешь что-то? Что ты хочешь мне сыграть? Не знаю, может, там, биткоин. Неужели у кого-то родители так матом ругаются? Типа, это жесть. Безгинку. Безгинку? Как тебе лезгинка? Сделай вот так. Вот как ты сейчас сделала, сделай вот так. О, вот так намного лучше. Это прям сильно. Я, опять ты, свинья. Рот закрой. В смысле рот закрой, что как, блядь, откушу тебе ухо, хочешь? Ну-ка попробуй. Да ты возбудишься, если я начну это делать, понимаешь? Как это мило. Что? Убери ее, я покажу. Да, свобода. При маленьком ребенке, да. Ой, девочка слева красивая, только пипец. Лорд. В смысле, черт, ты охуела? Я еще уху не ела. Я вот в ахуе над вами, где-то пи***. Сколько? Как так? Я, ладно, я. Ты... Это ты в ахуе? К маме спать. Страх, о, видишь, как с сестрой разговариваем? Вот ты бы со мной трахалась, ну так, если... Это симпатично. Почему у меня встает член? Не знаю, возбудилась. Сделай так. Сексуально так, чтобы я прям... О, май. И парни тоже шлюхи, еще те. А, блядь, сука, ты хочешь поебал? Хорошо. Ты скучала? Я не знаю, я в шоке с того, что происходит на экране. Да. Я тоже скучал. Давай сердечко. Я тебя знаю. Я знаю, что ты меня знаешь. Делай, как тебя зовут? Настя. Как? Почему ты так сидела? Ну это сильно. Ой, мама сейчас ругаться будет. Ты типа хочешь, чтобы у тебя сиськи больше бы указались или что? В смысле? Знаешь, если я выгну свой таз, больше не станет, поэтому не надо выдвигать свое тело, чтобы указались сиськи больше. И вот это губы вот эти. Что это за... Что вот это вот? Что это? Привет, пупсик. Помнишь меня? И чё? Я доширак собираюсь хавать, ты понимаешь? Ты начинаешь хавать доширак, ведёшься как в порнухе. Ага. Это, блин, не зайти, мама. Так. Привет. Приветик. Слушай, стой, а можешь вилку... Мне жалко... Я не понимаю, как так у людей происходит. Сунуть в рот так же, да, глубоко. А, сука, она горячая, блядь. Не умри. А сколько вам лет, Екатерина? Сколько им лет? 16. О, 16? Будет. А, блядь. Я, это, психолог онлайн.
Я так поняла, я просто послушала вас. Можете, как мать, запретить вашей дочке старшей разговаривать на какое-то время? Она мне мешает сосредоточиться. Что значит? Да вообще заткнул. Всё. Шмарин? Тысяча извинений. Марина! Иди нахуй! А, теперь слышно. Транссексуалы, разве вы такого не встречали? Нет, в своей жизни я не встречала. Я могу показать. Красивая девочка справа. Давай. Вы хотите посмотреть на мою пизду? Да. Канал Кви! Спасибо огромное! Клопюхнул! Спасибо большое! Я испугалась! Спасибо! Не пугает ваш канал. Спасибо. Спасибо. Спокойной ночи. В смысле, будь здорова. Я что? У тебя волосы до жопы? Охуеть, ну-ка встань. Мне просто интересно, вот серьезно. Пожалуйста. Серьезно, опять вставать? Опять не встает. Ну-ка. О, теперь встает. Повернись сюда подальше, поближе к стулу. Да, повернись спиной. Вот так. Нагинайся теперь. Ну, я хочу подстрелить. Нагинаться не хочу. Меня никто не нагибал. Тебя никто не нагибал, ясно. Волосы годные. Прикольно. Мой Микки Маус показывает, что ты штука. Ой. А, ну да. У меня то же самое. У нее на себя радар. Прикольно. Очки у тебя для зрения? Нет, это... Чтобы лучше пенисы видеочать видеть. Это чтобы лучше тебя видеть. А, ну... Да. Если ты пенис, конечно. Это необходимо. Да, я пенис. Пенис? Блин, что? Чудо-пенис. Чудо-пенис. Как минимум, ваша младшая дочка, она, ну, ругается матом, это не есть хорошо. Это, в принципе, неправильно. Ее не нужно за это... Да не надо у меня за это извиняться, потом она вырастет, вы перед ней уже будете извиняться. Я вам говорю про то, что ей нужно объяснить то, что неправильно. И объяснять нужно не рукоприкладством, не насилием никаким. Вот, допустим, Лера, вот старшая ваша дочка, она бьет ее. Она в два раза ее сильнее. Это не есть, ну, это нехорошо просто. Она вот сейчас сидит, смеется. У вас, у старшей дочки обида на вас, то, что вы любите свою младшую дочку сильнее, чем ее когда-то недолюбили. То есть вот... Ой, господи. Ну, а что, не так, что ли? Нет. Да все так, ну, даже так твоя мама это понимает. Я это ну, вижу. Так, ну, так, я вам только скажу одно, скорее бы 17 лет и съебаться от вас подальше и от ваших проблем. Вот, видите? Да, вот так. Концовка в моей жизни. А, ой, блядь. Фу, Космикс рыгнул! Я только сказала про концовку хорошую, он рыгнул! Фу, тварь! Он все впечатления испортил! Он все впечатления испортил! Я... Солнышко, если ты хочешь пообщаться со мной, ты всегда можешь найти меня на моем дискорд-сервере. Я отвечу на все твои вопросы лично, а ссылочка в описании. Okay.